Дорогая бессонница, вы сегодня пришли в гости в кафе «Сезон», и мы празднуем свой второй день рождения. Надеемся, что это не последняя вечеринка. Приглашаем всех присоединиться сегодня и приходить к нам еще и еще. Мы будем рады нашим постоянным гостям и нашим новым гостям. Приятной ночи, бессонница! Хозяева этого заведения, вот Таня и Илья, очень хорошие мои друзья. Очень люблю сюда приходить, сейчас просто как постоянный клиент, как друг заведения. Вот, всегда гостеприимно, всегда очень вкусно готовят, безумно вкусная итальянская кухня. Всегда встречаю своих друзей именно здесь. Просто если сюда зайдешь, обязательно встретишь кого-то из знакомых. Let's just go out and ride. Talk about the things we tried. Look at us, we're beautiful. All the people push and pull, but they'll never get. Районы все тусят, перспективно движение. Не выношу лишь R&B направление. Прошу тебя, Миш, твое терпение. Весна, сегодня тут весна, есть свободные места. У микро с полуголоса, моих низких полоса. Давай еще, защищать своим плечом. Я как филе с мечом, рифмую, чтобы было горячо. За твой счет не заработаешь почет, не махай тут пугачом. Он сильно громко и ни о чем не говорит этот скачок. Борцу на серебро мои картины криво. Любовь перебой, разливное пиво. Покажу вас в теплицах, который радовался лица. И выжимаю тебе бокал. Если мы с тобой будем вместе, если на двоих одна песня, ты не просто увлечение, ты важнее всего. Мы несемся по течению, а не против него. И не подлежит лечению сердце, рана моя. Распишитесь в получении удовольствия. Ночь, все начнем с нуля, и все земля. В космосе елочным шариком я время обману и сотру луну. Она не мешала нам. Если мы с тобой будем вместе, если на двоих одна песня. Привет керченскому правильному народу. Я диджей Фрост, сегодня в Керчи. Карьера началась в 96 году в Симферополе. Хотелось бы привить людей к грамотной музыке, чтобы люди ее понимали, чтобы они разбирались в музыке, потому что сейчас тенденция такая, что людям не важно, в принципе, что играет, кто играет. Главное, это модно. Хотелось бы, чтобы был какой-то разбор. Человек приходил, зная, куда он приходит.